Спасибо солнышку, что оно нас греет. Угу. Да, спасибо солнышку. Вот батарея. Вот розочка. Вот могу хоть сидеть на этой батарее спокойно. Всяк не обожгешься. Вот я, видите, держу. Могу еще целый час держать. Ну что, вода, вот, пожалуйста. Горячая вода. Повернут кран на горячую воду. Ничего, да? Ну смотрите, снимайте. Она идет теплая, но я, видите, я же не отжигает, видите, держу. И ходили без числа, но тоже в 15-м году у нас была даже вода 42 градуса даже была. Вот эти два дома, получается, наш 190 и 194. Проблема-то в нашем ставке. Дело в том, что у нас по системе отопления, водоснабжения горячей и холодной воды мы запитаны от 194 дома. Все у них там. Значит, управляющие компании, получается, разные. И дело в том, что нам не хватает ни отопления горячей воды, ни отопления не хватает. То есть как-то мы замерзаем, особенно эту зиму замерзали. У нас вот подъезд вот так вот, 90% пожилых людей, как бы, что люди болеют, и бабушки болеют, и все как бы. А управляющие компании молчат. Акты, они говорят о том, что горячая вода, последний акт был 8-го, 2-го месяца 16-го года. Горячую воду намерили 44 градуса. Вот, пожалуйста. У меня нет термометра, не висит, но холодно в квартире. То есть если одежда? Да, в одежде. Спит тут больной человек, так под ватным и еще под одеялом.